время суток очередная мелкая бандероль с Китая SF Express. Распечатываем, так как понять, что здесь, невозможно. Так, это такой вот коврик под телефон для машины. Липкий. Так, стоимость его, по-моему, 50 центов, что-то там такое вроде бы. Добирался сюда почти месяц. Сайт GearBest. Привезли новой почтой. Прямо домой. На этом все. Ссылка в описании. Всем спасибо. Всем пока.